Каждому жителю Ленинского района важно быть услышанным, и многие регулярно пользуются такой возможностью благодаря тематическим приемам, которые проводятся в соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком. В этот раз основная тематика – социальные вопросы. Прием граждан в стенах здания администрации Ленинского района провели первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков и заместитель начальника отдела по социальным вопросам Ольга Матюхина. Каждого посетителя здесь внимательно выслушали и приложили максимум усилий, чтобы эффективно решить его насущный вопрос. Проблемы, с которыми сталкиваются жители в области социальной защиты, одни из наиболее острых и животрепещущих. В большинстве своем это трудная жизненная ситуация, то есть и сегодняшняя тематика связана. Это вопросы, в том числе, вот сейчас есть, вот, о чем я говорил, по ВТЭКу, инвалидности, группы, лекарственное обеспечение. Вот основной такой, я бы сказал, пул вопросов. Бывает в том числе и хамство здравоохранения. Мы сейчас на это тоже обращаем очень сильное внимание. Пенсионерка Людмила Ковалева рассказала на приеме о своих непростых обстоятельствах. Дочь. Ей уже 47 лет, не маленькая. Она инвалид с детства второй группы. Церебральный паралич плюс эпилепсия. Декабрь, январь, февраль не дает лекарства. А лекарства у нее пожизненно важны показания. Лекарства эти заменять ни в коем случае нельзя. Все это время Людмила Михайловна сама покупает медикаменты. В месяц уходит не менее 10 тысяч рублей. Что значит эта сумма для обычной пенсионерки, не стоит и говорить. Поэтому, узнав о приеме, она пришла сюда с надеждой решить свою проблему. К слову, вопрос своевременного обеспечения лекарствами, по словам представителей власти, очень актуальный и, к счастью, решаемый. Мы в свое время, понимая о том, что есть так называемые закупочные процедуры, и человек, казалось бы, леча свой недуг, не своевременно может получить ту помощь и те лекарства, которые ему, соответственно, необходимы. Поэтому мы и в бюджете района предусмотрели компенсацию тех затрат, которые житель несет своевременно, что позволит ему в дальнейшем поддерживать курс своей реабилитации и лечения. По всем обращениям граждан, поступившим на тематический прием, в максимально сжатые сроки будут найдены пути решения и даны конструктивные ответы.